Вот так человек нырнул, я не успел поймать кадр, как он нырнул. Пожилой человек приехал на велосипеде и купается. За рыбой, наверное, поехали люди. Прозрачное зимнее море. Возле санатория малая бухта. Народ отдыхает, проводит фотосессии, любуется морем и дышит морем. Прекрасный день. Как я тут оказался? В общем, волею судеб теперь я работаю дома, постоянно интернет, постоянно компьютер. И, в общем, поленился, неправильную позу принимал, делал мало гимнастику. В итоге моя левая проблемная часть спины, мышцы вошли в гипертонус, побаливает. Пришел на массаж в малую бухту. Это работающий зимний санаторий, вернее, санаторий круглогодичный, работающий зимой. Вот сейчас у них акция, принимают на 10 дней всего лишь за 11100 или 11500 рублей, плюс популярны здесь путевки выходного дня, народ из Краснодара приезжает покупаться именно. Это единственный в Анапе бассейн с морской водой и с видом на море. Вот он, кстати, вот здесь. Вот в этом комплексе, построенном на набережной. Чудесный санаторий. Чудесный. Мои знакомые здесь отдыхали, все были довольны. Прозрачность воды, конечно, изумительная. Смотри, как он долго купается. Морж, анапский морж. Заплыв по Черному морю. А вы что, каждый день приезжаете? Нет, каждый день это слишком сложно. Тяжело. Замечательно.